Давайте сделаем шарик из того, что есть дома. Доброе утро, мои дорогие подписчики и зрители, случайно зашедшие на мой канал. Сегодня хочу вам предложить еще сделать шарик из того, что у вас, скорее всего, есть дома. Это либо старые бусы, даже облезшие, они все равно будут хорошо смотреться в массе своей. Или бусы, которые продаются для украшения елки в магазине, ну и простой шарик. Так, старый шарик уже. Так. Просто на горячий пистолет. Крутим и приклеиваем. Все очень просто. Так, вот немножко криво пошло. Ну и все, и вот так вокруг. Хорошо, когда есть полосочка, ну, посерединке на шарике, тогда еще проще. Тут нет полосочки, поэтому, ну, ничего. Ничего. Если у вас очень облезлые бусы, то потом их можно покрасить. Или кисточкой, или с баллончика. Так люблю всякие эти занятия. Прям сидишь, медитируешь практически. Шарик я взяла специально поменьше, потому что он, когда обклеится, будет приличного размера. Ой, кто любит бисером заниматься, можно бисером сделать. Вообще такая красота будет. Так, ну вот, судя по всему, бус много надо, да. У меня не хватает. Будем придумывать что-нибудь другое. Ну, я Плюшкин-то ищу тот. У меня много, много всего. Не знаю. Ну, таких, по-моему, бус у меня точно нет. Mm-hmm.
отрежем. Да потому что я не мерила ничего. Поэтому мне не хватило. Да, скоро волшебный праздник, Новый год. Время пролетит незаметно. Ну что, получилась половинка всего, да? Ну, хорошо, пойду искать что-то еще. Подождите меня, не уходите. Нашла я бусины такого размера, бусы, но, к сожалению, они облезлые. Они у меня висели в виде занавески на улице, на терраске. Ну, естественно, конечно, облезли все. Ну, значит, задача будет посложнее, но это даже интересно. Будем красить. Так. Интересно, этих мне хватит или нет? Да, конечно, было бы хорошо, если бы они были все такие блестящие. Не надо было бы красить их. Ну, что поделать. Да, клею, кстати, уходит много. Не без этого. Хорошая штука, горячий пистолет. Но вот эти паутина вот эта от них, которую нужно всю убирать, иначе потом некрасиво будет. Ну ладно, сейчас я доклею, потом будем красить. Так, сейчас мы вот это клеим туда веревочку.
Я решила, что не пойду я на улицу красить, холодно. Холодно. Покрашу. Есть у меня золотая краска металлик. Я ее и покрашу. Ну и все, красим и красим. Надо, конечно, постараться внутри там все это дело прокрасить. Но я думаю, на елке это и не будет этого видно, собственно говоря. Если там что-то где-то будет проглядывать. Ну что ж, вот такой шарик у меня получился. Показалось мне мало яркого. Я приклеила вот сверху цветочки, веточку, там ягодки. Вот, так что вот такой. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.